И снова здравствуйте, дорогие любители летсплеев. Мы продолжаем прохождение Assassin's Creed 3. Судя по всему, нам осталось недолго. Осталось добраться до Чарльз-Зали и убить эту сволочь. В прошлой серии мы участвовали в часопиксном сражении. Это было обалденно. А в этой серии мы пробираемся через подвал города. Форту Джордж. Ух ты, смотрите, это точки быстрого перемещения в Нью-Йорке штук 11, да? Я им никогда не пользовался. Нашел только одну. Так, насколько я помню, надо ориентироваться по крысам. То есть здесь куда? Влево, вправо. Пойдем влево. Да? Да. А, по карте нам все-таки показывают маркер, да, куда идти? Видимо, мы идем правильно. Я только сейчас обратил внимание на карту. Такой человек легче будет мечтать о троне. Все мечтают о троне. Такова уж наша натура. И что вы будете делать? Обеспечу отсутствие наследия. Так, ребятки какие-то. Без них нет и престола наследия. А, это Лафайет. И мои ассасины. Чё по-английски шепчетесь? Этот туннель ведет в нужный вам округ. А адмирал? Он ждет вашего сигнала. И тогда нанесет удар. И мы тоже будем там. Хорошо, мы, значит, шли правильной дорогой. Ну, блин, все-таки под конец игры начались какие-то долгие загрузки. Хотя загрузки, в принципе, приятные. Оставайтесь незамеченным по дороге к сигнальному костру, доберитесь до сигнальной башни за заданное время, лимит потерянного здоровья 50%. Блин, меня разыскивают как бы. Знаете, как бы, ребятки, меня как бы разыскивают. Так, там на крыше охрана, да? Да, куда ты прыгаешь, Коннор, блин? Оп, тихо. Да что такое? Весьма трудновато оставаться незамеченным. Проверь, никого нет там. Нормально, да, вроде все.
Так, не туда. Блин, какой ты глазастый, а, чувак. Блин, оставаться незамеченным не получилось. Так, ну все, прямым курсом к башне. Ух ты, смотри, как они меня стреляют и камни бросают. Сволочи. Держись, держись, Конор. Нормально так. Вот это да. Контузия. Надо попасть внутрь форта. О, совсем плохо. Что надо делать? Избегать часовых. Да ты чё? Да печально. Хотя же залиты, как планируешь убить. Где ты, Чарльз? Его нет. Не надейся одолеть меня, Конор. Ты способный мальчик, но навыков у тебя не хватит. Отдай мне Ли! Ни за что. Он залог лучшего будущего. Стаду нужен пастух. Он осужден всеми и изгнан. Он вам уже ничем не поможет. Это ненадолго. Он еще вернется. Ты присвоил себе право судить. Решать, что я и Орден вредим миру. Поддержать мир. Под нашей властью все были бы равны. А патриоты не обещают того же. Они обещают свободу. Я спросил. Надо бить его. Нельзя.
Сдайся, и я тебя пощажу. Смелые слова для умирающего. На себя посмотри. Даже когда вы отпразднуете победу, мы возродимся. Знаешь почему? Потому что горло нас приводит понимание. Нам не нужно кредо или ложь отчаявшихся стариков. Нам нужно, чтобы мир оставался собой. Вот почему тамплиеров нельзя уничтожить. Думаешь, я проведу рукой по твоей щеке и скажу, что был неправ? Я не стану рыдать и жалеть о несбывшемся. Уверен, ты поймешь. Но я горжусь тобой. Ты проявил убеждение, силу, мужество, благородные черты. Надо было убить тебя раньше. Прощай, отец. У нас проблема. У Хейтема больше нет амулета. Но данные из храма поступают. Тут явно что-то еще. Лишь один способ узнать. Последняя битва Ли. Часть 11. Все-таки печально, да, что Коннору пришлось убить Хейтема. Я думал, этой битвы как бы не состоится. Что-то такое в этом роде. Мой отец мертв. Теперь тамплиеров возглавил Чарльз Ли. Я вижу, почему наша война вечна. С доски убирают фигуру, возникает новая. Шаг вперед, шаг назад. По всему миру. Сквозь века. Порой моя задача кажется невыполнимой. Но нельзя поддаться сомнениям. Я нужен Магавкам. Сейчас больше, чем прежде. Я остановлю Орден. Я убью Чарльза Ли. Ужас, что Коннор с собой сделал? Увидели, да? Сделал себе такой импровизированный ирокез. Час 12, Нью-Йорк, 1782 год. Не убивайте без нужды. Мы пришли почтить память великого человека, стремившегося изменить мир. И он это сделал. Оглядитесь. Англичане уже готовятся отступить. Их дух сломлен. Силы разобщены. Скоро придет черед лидеров патриотов. Это кто там? Ли прогуливается? Или погибнут. И тогда, друзья, эта земля... Он отослал меня в тот день в форте Джордж. Он боялся за мою жизнь. Я должен был остаться. Он сказал, что опасности нет. Он был неправ. Я убью тебя, Коннор. Я клянусь. Но не здесь.
Не сейчас. Нет. Сперва. Сперва я уничтожу все, что ты любишь. Да, я сожгу дотла твой дом и поджарю на углях головы твоих драгоценных отцов-основателей. А когда покончу с ними, сожгу и остальное. Твою банду ассасинов. Весь сброд, живущий на твоей земле. Твою деревню и род. Все уничтожу. Попробуй, Чарльз. Но твой план провалится, как и все остальные. Поднимите его! Пусть ждет и смотрит. И потом, когда все его труды обратятся в пепел, лишь тогда я дам ему умереть. Уведите. О, надеюсь, это был не зуб. Ох, ни хрена себе. Чего он тут творит? Не так. Патронов нету, что ли? Давайте, ребятки. Ты что, самый крутой, что ли, блядь? Не вижу. Вперед. Не получишь тогда. Ах, ты глупый, ты не знаешь, наверное, что меня не берет оружие твое поганое. Куда поехал Ли? В гавань. Сесть на паром. Паром? Откуда там паром? Так, нам в гавань. Да, Коннор что-то себя неважно чувствует, да, смотрите-ка. Экран мутнеет. Пойдем через рынок, здесь вроде поменьше. А, здесь вообще запретная зона, да, смотрите-ка? Разберитесь с ними. Это паром, да, такой здоровый? Видимо, да, на корабль не очень похож. Так, нам на паром? Или куда-то сюда? Не убивайте без нужды, убейте английских солдат 13-15. А, незаметно проберитесь на паром. Так, вот здесь я вот видел ход.
Эй, братюнечка, иди сюда. Вроде нормально, да? Так, здесь еще кто-то ходит. Ладно. Уходи давай. Тихо, тебе показалось, видимо. А, подожди, ну сюда в окно же. Блин, я в это окно же залез. Думаю, эти люди вам подойдут. Зря так думаешь. Они слабые и больны. Нам нужна армия, а не богадельня. Чтобы сделать из них бойцов, нужны месяцы. У нас нет времени. Нет, прошу. Мы сделаем все, что хотите. Только заберите нас. Заткнись. Твой товар для нас бесполезен. Может, обсудим это в моей каюте? Может, не надо? Может, здесь обсудим? Так, ладушки. Нам дальше. Так, ну тебя, судя по всему, надо грохнуть. Я из тебя всю душу вынесу. Ай, твою мать. С какого места, интересно, я начну? Да, с этого хорошо. Да тебе показалось опять. Он сматывается. Да никто не сматывается, иди спать. А ну, вернись, труд. Почему Чесапикское сражение, может, прочитали? А, это газетная вырезка. Как уже известно читателям нашего издания, недавно французский флот под командованием генерала де Грасса покинул Карибский регион, направившись к Йорктауну, чтобы блокировать английские силы под командованием генерала Корнуоллиса. В прошлую среду, 5 сентября, сюда пришел британский флот, насчитывающий 19 линейных кораблей. Французский флот, в котором говорят их больше 20, тут же вышел навстречу британскому. Ваш покорный слуга с обрыва наблюдал, как два флота встретились в море. Французскому флоту с трудом удавалось поддерживать боевой порядок. Его центр запаздывал, давая британцам отличный шанс атаковать и разбить их ряды. Однако британский адмирал, по нашим сведениям, это был адмирал Грейвс, не предпринял такой попытки. Некие джентльмены после меня наблюдали происходящее в подзорную трубу и сообщили, что британские корабли позволили французским сблизиться и восстановить линейный порядок. Нас всех это повергло в изумление. Теперь уже начал отставать конец британской линии, который в этот день так и не вступил в бой. Оба флота шли на восток, выстроившись линии напротив друг друга, что давало преимущество французам, которые могли открыть порты и стрелять с обоих батарейных палуб. Англичане этого сделать не могли из-за килевой качки волны, потопили бы их, залив порты нижней батарейной палубы, так что 32-фунтовые пушки нельзя было пускать в ход. Британцы получили больший урон, но битва, похоже, закончилась ничем. Это, однако, тоже было на руку французам, так как их блокада не разбилась. Сегодня утром французам пришло подкрепление в лице адмирала де Барасса и его эскадры, 7 линейных судов. По нашим сведениям, адмирал Грейвс ушел и, вероятнее всего, возвращается в Нью-Йорк. Таким образом, блокада Корнуоллиса продолжается. Суши его осаждают пехота и артиллерия под командованием генералов Вашингтона и Рошамбо. Да, так, газетные вырезки тоже интересно почитать. До полусмерти избить меня хочет. Блин, а как мне туда проникнуть-то, а?
Вот так, видимо. Блин, еще один солдат. Так, отсюда не могу пролезть? Ну, нет. Давайте таким же макаром обогнем этот угол. Опс, там солдаты. Чё, я думаю, придется вот этого грохнуть. Парнягу. Смотри, он прям на меня, да, смотрит? Блин, тебе не кажется, что ты офигел? Так, каюта капитана теперь. Запарили, палят и палят, а? Что за народ? Да блин, нафиг ты его обыскиваешь? Чем тебе деньги теперь уже? Выкинуть за борт этот мусор. Жаль, что я вас разочаровал. Еще бы. Мы такой путь проделали зазря. Спрашивается, почему бы не отправить тебя за борт? Не стоит спешить. Дайте мне чуть-чуть времени. Я осмотрю другие суда. Должны найтись заключенные, что вам подойдут. Хорошо. У тебя 2 дня. Спасибо. Приходи с набранными людьми в таверну «Зеленый дракон» в Бостоне. Мы с хозяином будем тебя там ждать. А зеленый хозяин-то, видимо, у вас Чарльз Ли, да? Так, убедитесь, в корабле не вступая в бой. Ой, тихо. Этого что, убить надо? Секундочку. Убейте капитана Джерси. Окей. Ну вернись, болван глухой. Ты так просто не уйдешь. Вернитесь, корабля не вступая в бой, не убивайте без нужды солдат. Так, все, хорошо, валим отсюда. Ох, покойся с миром, говорит. Плыть-то далековато. Линейный корабль Джерси. Мне бы почитать про корабль Джерси. Линейный корабль Джерси. Во время войны за независимость британцы захватили столько пленных, что их очень скоро стало негде содержать. Нью-Йоркские тюрьмы, тот же Брайдвелл, были переполнены, и британцам пришлось использовать в качестве тюрем сахарные заводы и протестантские городские церкви. Списанные военные корабли, стоящие в гавани, стали плавучими тюрьмами. Самый известный из них был британский корабль Джерси, также прозванный послезаслуженно Адам. Интересно, догадаешься ли ты почему? Условия на нижних палубах, где держали пленных, были, мягко говоря, стесненными. Там в давке без света, канализации и нормальной вентиляции ютилось больше 1000 человек. Ужас. Каждый день умирало по не меньше десятка пленников. От оспы, желтой лихорадки, недоедания и издевательств охраны. О качестве еды не стоит и говорить, впрочем, я же все же попробую, описав ее для начала как несъедобную и червивую. Все достаточно. Британцы считали повстанцев предателями, которые лучшего не заслуживают. В этих плавучих тюрьмах погибло не менее 11 тысяч человек, больше, чем на полях сражений. Когда британцы покинули Нью-Йорк, американские моряки обнаружили в грязи на краю гавани массовые захоронения. Останки пленников обрели покой под монументом, стоящим на месте форта
Патнем в Бруклине. Да, жестко, конечно. Ну что ж, давайте... А, подождите-ка. Хотел сказать, давайте на этом закончим. Ну, на этом теперь закончим. Мы теперь знаем, что Ли обитает где-то в Зеленом Драконе. На карте это показано у нас где-то здесь. И в следующей серии двинемся туда и убьем наконец-то эту мерзкую сволочь. А всем желаю всего доброго. Увидимся в следующей серии. Я думаю, она будет последней. Пока.